Здравствуйте. Многие вопросы, которые задают ребята, они очень нужные, они полезные. Они полезные для меня, потому что мне надо строить как-то свою работу, как-то идти вперед. Они очень полезные для вас, потому что даже если они очень специфичные, кому-нибудь они, но помогут. Но есть вопросы, которые я, наверное, не хотел, чтобы ребята задавали, или, скажем так, ответ на них все равно будет полезен, не столько потому, что это нет, то есть ответа нет, сколько почему, в общем-то, нет. Один из ребят спрашивает, он работает на российском МЧС, он гражданин Беларуси, он хочет приехать в Австралию и податься на беженство. Я не могу, это против всех моих принципов, потворствовать этому. Я не хочу видеть здесь беженцев, даже если они в действительности беженцы. Потому что каждое место, которое занимает беженец в миграционном потоке, это место, которое отнято, в том числе и у моих студентов. Во-вторых, если белорусы подаются на беженство, значит, моим студентам-белорусам на беженство будут подозревать, что они тоже подаются, и, соответственно, студенческие визы им давать не будут. Это очень и очень плохо, потому что те люди, которые приезжали из Беларуси, студенты, у меня никогда никаких проблем с этими ребятами не было. Это ребята честные, они хорошо учатся, они заканчивают курс своего обучения. Все ребята закончили курс своего обучения, и большая часть продолжила курс обучения и закончила и высшее образование в Австралии. И вот такие паршивые овцы нам не нужны. Дорога в рай через головы других – это очень и очень нехорошая вещь. Еще один вопрос. Парень учится в Сиднее. Это не мой студент. Человек учится на... как бы приехал с другим агентом. Ну, после некоторых реверансов, хороших слов, мой адрес, просьба оценить ситуацию, что и помочь, в общем-то, с подачей на визу партнерскую. То есть человек приехал, ну, небольшой секрет, человек приехал на пакет, соответственно, подается после курса английского, который, я так не понял, человек закончил или нет, наверное, уже закончил, и заканчивает, и поддается на партнерскую визу. Но первое, что я хотел бы сказать, это не мой студент, поэтому, казалось бы, ничего страшного нету, пусть человек женится, пятно будет на агенте, потому что no completion, то есть не закончивший курс человек, он все поступил юридически правильно, но для агента это минус, потому что человек должен был закончить курс. Если он не закончил, значит, на агенте этого студента пятно. Но дело в том, что это аффектирует и учебные заведения, и, казалось бы, это мне тоже выгодно, это не учебное заведение, с которым я работаю, пускай на нем пятно и будет. Но это очень плохо для общей картины, к сожалению или к счастью, но по всем вам и нам судят о рынке. То есть о всех русских студентах или русскоязычных, о всех студентах, которые приезжают в Австралию учиться с нашего рынка. И поэтому как бы я не очень за такие вещи. По крайней мере, вы можете закончить свой курс, и будучи уже подавшимся на партнерскую визу, в этом нету нарушения, но так как вы хотите уйти со своего курса, это уже пятно. Есть формы, просто вот запишите, есть формы 80-я, 888-я, их надо будет от 2 до 5, 40-я SP, 47-я SP,
и буклет по партнерской миграции. Вот это вот все скачайте с интернета, соберите доказательства того, что вы в действительности genuine couple, то есть любящая пара, и подавайтесь. Вам не нужны никакие ни левые агенты, ни мара-агенты. Сделать никакой проблемы это не составляет. Я очень много видел таких кейсов. Лично я ими не занимался, но так как у меня было когда-то брачное агентство, я думаю, в департаменте миграции посольства в Москве еще помнят, сколько людей из моего родного города приехало в Австралию на постоянное жительство, будучи партнерами, партнершами, жены выйдя замуж. Я убедился, что в принципе это очень и очень простая виза, но есть одно но. Когда вы просто приезжаете по партнерской визе, это одно дело. В принципе, вы ничего не заплатили, вы сюда приехали, ну, не хочу сказать на халяву, но как бы потеря вам ничего не будет стоить. Ну, не получилось, не сложилось. А люди, которые женятся на иностранках, обычно это люди с какими-то комплексами. Что-то не так, иначе бы они нашли свою, как говорится, половинку у себя дома. Но так или иначе, они не нашли. Так или иначе, они underdogs, ну не хочу сказать losers, но что-то не то, и поэтому они женятся на вас. Есть, конечно, исключения, но они крайне редко встречаются. И это люди, которые, я бы сказал, не очень уравновешенные. Сильный человек, уверенный в себе, найдет пару и дома. Тот, который не уверен в себе, он зачастую страдает комплексами, и этот человек крайне опасен. При любом конфликте вас, грубо говоря, не то что выставят за двери, просто сообщат, что вы вместе не живете, или уйдут от вас, или делают действительно, что вы уйдете от этого человека. Когда вы приехали сюда по партнерской визе, вы очень хорошо знаете, что другого-то, в общем-то, у вас выбора нет. Когда вы приезжаете сюда по студенческой визе, у вас не будет выбора, потому что крайне трудно, сложно и часто невозможно перейти с студенческой визы, то есть партнерской визы, опять на студенческую. Потому что надо будет доказать, что вы genuine student, и доказать вы это не сможете, потому что вы уже показали свои миграционные намерения. Правда, есть трибунал, но это вам обойдется как минимум где-то 4400, плюс даже если вы выиграете трибунал, это будет 5200 с чем-то долларов. Соответственно, цена риска огромная. И я бы, наверное, не стал бы рисковать, потому что доверять в этом случае партнеру, особенно из такого раздела, особенно женщинам, которые очень сильно подвержены таким вещам, как любовь и ненависть, они очень чувствительные, и соответственно то, что мы не считаем какой-то проблемой, а у них может развиться проблема, и вас просто выставят за дверь. И тогда все, на студенческую визу, скорее всего, вам не удастся перейти, а если удастся, то придется потратить огромные деньги, вы всегда будете под подозрением, а ваша визовая история только началась. Поэтому на этот вопрос тоже я бы ответил как бы очень негативно. Я рекомендую вам очень-очень подумать. Еще один вопрос. Помогите, пожалуйста, найти девушку. Вот она не отзывается. Отношения – это дело достаточно сложное. У меня очень хорошие, надеюсь, они не будут испорчены, отношения с моими студентами. Подразумевается, что эта девушка – одна из моих студенток. Никакая информация сторонним лицам о моих студентах выдаваться не будет. Просто потому что, ну, это privacy. Никто мне не давал права на разглашение такой информации. Найти человека, наверное, возможно, но человек, облеченный властью, как бы то ни было, доверием своих людей, не должен вести себя
таким образом, что без разрешения человека разглашается информация о нем. Даже случаи, когда да, телефон уже внутри страны, да, люди просто, я знаю, они друг друга знают, но просто как-то нет контактов, и то в этих случаях надо позвонить человеку и спросить разрешение, могу ли я дать контактные детали. И в зависимости от того, да ты что, ни в коем случае, или, ну конечно, да, что ж такое случилось, как-то мы это дело потеряли контакты. Вот такая вот бывает разница мнений в соответствии с желанием человека, эта информация либо контактная выдается, либо нет. Тем людям, которые вообще неизвестно откуда чего, естественно, такая информация выдаваться не будет. Вы уж меня простите. Очень сходный вопрос. Пожалуйста, помоги проверить фирму, которая собирается меня трудоустроить. Видимо, есть проблемы с агентом-посредником и так далее. Любая оценка деятельности кого-либо – это принятие той или иной стороны. Когда речь идет о моем бизнесе, моем деле, я имею право на свою точку зрения, я ее буду отстаивать. Очень маловероятно, но в принципе возможно, что я изменю свою точку зрения. Скорее всего, я не изменю свою точку зрения, но я ее буду высказывать. Если я вовлечен в такие отношения, как поиск работодателя и так далее, и так далее. Я не могу сказать о человеке, что человек мерзавец. В то же время не могу сказать, что человек ангел. Просто потому, что любое вовлечение в эту деятельность имеет последствия, как взятие на себя ответственности. Если я скажу, что да, этот человек хороший, то если человек окажется мерзавцем, этот агент, или работодатель, я окажусь как бы на стороне зла. Проверять дотошно, ну, зачем бы это мне было надо? Это совершенно не дело, которым я занимаюсь. Не те люди, с кем я общаюсь, с друзьями и прочими, они ко мне относиться не могут, не могут быть таковыми. Более того, как бы эта страна ни относилась ко мне и к моим студентам, я гражданин этой страны, и как я умею и как я считаю нужным, я интересы этой страны защищаю. Я считаю, что мои студенты, которые платят десятки тысяч долларов, доказывают свою лояльность этой стране, доказывают свою возможность к адаптации, то есть принять эту страну в себя и быть для этой страны не чужеродным телом, полная вот опять-таки оплата всего и повышение интеллектуального уровня этой страны с дальнейшей миграцией. Для меня это очень важно, чтобы так оно и было. Я хочу добра этой стране. Я не знаю, кто такой человек, который просит меня в таком одолжении, но это человек, который не дает этой стране столько, сколько дают мои студенты. Это человек, который не проверяется через СИТО департамента иммиграции, как проверяются студенты, соответственно, ну чисто морально. Я не хочу помогать тому, в чем не уверен, где абсолютно нет пользы ни для меня, ни для моих студентов, и где может быть, в принципе, нанесен вред, и очень большой, кстати, вред моей репутации. Поэтому, пожалуйста, не стоит задавать мне такие вопросы. Похожий вопрос задал парень, тон с Узбекистана, тон типа «брат, помоги, я знаю, у меня есть деньги, у меня есть деньги». Вот приблизительно такая тональность. «У меня есть деньги, я хочу приехать, у меня там есть друг, который поможет мне во всем». На вопрос, сколько у тебя денег, ну я найду 3-5 тысяч, на билет хватит, на первое время хватит. Ну я объясняю, что в принципе надо за учебу, за страховку, за визу, за все платить, за билет. Ну я займу денег, это не проблема. Ну надо показать 30 тысяч, минимум
29-32, в зависимости от курса, это как бы не проблема, я сделаю справку, не волнуйся, брат, все будет нормально, просто помоги. Я говорю, ну человек один, нет, у меня двое детей, не проблема, они дома, я потом их заберу. Начинает выясняться, друг приехал сюда, как беженец, не знаю, как, то есть приехал как студент, остался как беженец, ну, достаточно давно, знаю этого агента, то есть, ну, однозначно человек останется здесь по беженству, скорее всего его выгонят со стороны, ну, Узбекистан, дело такое, Восток тонкое, могут и оставить, пятно на репутации агента и учебного заведения будет большое. Абсолютно 100% вероятность, что человек будет обманывать. Человек, как считает, борется за себя и за свою семью, за свой успех в будущем. Опять-таки прыгает через голову других. Его абсолютно не беспокоит, что вот сейчас у меня двое ребят с Узбекистана, девочки подаются. Вот. И у них есть деньги, работа, все есть. Но они получат отказ, если такие, как вот этот вот парень, попадут в страну, пойдут к этому миграционному агенту со своим другом, который, скорее всего, имеет еще комиссионные из такого вот клиента, миграционного агента. И в итоге все будет плохо. У меня есть, конечно, вопросы департаменту иммиграции. Почему, собственно, департамент иммиграции не занимается такими агентами, например? Почему не лишают их лицензии, почему не ставят их в черные списки, и после этого эти люди уже не могут оперировать. Я не говорю о том, что человек нарушает даже закон, ладно, бог с ним. Существует чувство социальной справедливости, существует понятие той стране, которая тебя приютила. И так может закончиться, мы будем брать ребят, которые могут достаточно большие проблемы принести в страну. И я осуждаю государство за то, что оно не работает с миграционными агентами, не карает тех, кто, в общем-то, выдает себя за беженцев или за помощников беженцев, миграционных агентов. Но опять-таки, пожалуйста, не задавайте мне такие вопросы, потому что помогать в этих вопросах я, в общем-то, не буду. И последний вопрос, на который я не хотел бы давать ответа, и в будущем я постараюсь этого избегать, это расскажи о своей иммиграции, расскажи, покажи видеоролики с другими ребятами, которые здесь остались. Это будет очень популярно. Ребята, есть Вадим Герасимов, человек, который является лучшим блогером на данный момент, на порядок превосходя всех других, которые находятся в Австралии. Его видеоролики наиболее интересные, они просто хороши к просмотру. У него самое высокое качество роликов, он чаще или приблизительно так же, как и я, такой же частотой выпускает эти ролики. И он не связан обязательствами, насколько я знаю, с этим государством, с Австралией. Его рассказы об иммиграции в Австралию, рассказы других людей, они безобидны. Он не дает иммиграционной поддержки, immigration assistance. Вещи, которые наказуемы в Австралии. Если вы посмотрите мои видеоролики, в принципе, даже изначально, в начале, они тоже не давали иммиграционной поддержки. Но проблема в том, что придраться можно и к столбу. От меня зависит от того, что я ставлю на видеороликах, то, как ко мне будут относиться, по крайней мере, потенциально такое возможно, отношение департамента иммиграции и работников посольства. Я очень не хочу, чтобы от этого пострадало то дело, которым я занимаюсь, и те люди, которые приезжают в рамках нашего проекта РАМЗЕС, образования в Австралии. Рассказы о моей миграции, моем пути
рассказы о иммиграции других ребят. Это очень привлекательная вещь. Если они захотят, я поговорю с Вадимом. Я думаю, ему было бы интересно поговорить с ребятами. Пусть задают какие хочет вопросы, но не упоминают моего имени как агента образовательного. И пусть люди говорят все, что хотят. В действительности, я думаю, это интересно. Я же должен быть очень осторожен. Владимир Сенкович, очень хороший человек, которого вы знаете под никнеймом Бивис. Человек, который очень много помог самому себе, прежде всего, мне и многим другим ребятам, не давая иммиграционной поддержки. И в то же время абсолютно безобидный, честный и порядочный человек. И все же иногда я слышал, что вот Бивис дает, значит, анализ иммиграционной ситуации, то есть все пятое, десятое. Любой видеоблогер в Австралии больше дает иммиграционной информации, чем Владимир. Владимир абсолютно порядочный, абсолютно честный человек, но из-за того, что он очень популярен был в свое время, да и сейчас, потому что его ролики с его участием популярны. Вот. Постоянно этот вопрос задается. Я не хочу, чтобы на нас кивали. Я не хочу, чтобы полусовет подвиг вас к каким-то действиям, вы совершили ошибки и получили отказ в визе, той или иной студенческой, иммиграционной, партнерской, как угодно. Поэтому у нас есть иммиграционные агенты, неплохие, в общем-то, люди. У нас растут наши иммиграционные агенты. К концу года уже один из наших ребят гарантированно будет иммиграционным агентом. Сайт будет переделан. Весь бизнес этот будет переделан под иммиграционного агента, потому что никогда до этого я не встречал человека до той степени порядочного, который бы меня порядочность удовлетворила, ни алчного, ни жадного. Если этот парень мой студент, если хотите, мой ребенок, прям так, дитя нашего проекта, если он станет миграционным агентом, соответственно, полностью весь ресурс переходит под его работу. Образование в Австралии уйдет на второй план. Я буду заниматься образованием в Австралии, все остальное будет этот парень заниматься. И, соответственно, популярность нашего дела будет намного больше, потому что образование в Австралии – это вещь очень узкая. Не более четверти людей, пятая часть, которые ко мне приходят, заинтересованы в действительности в обучении в стране. И, соответственно, 4/5 приходится отправлять куда-то к миграционному агенту. Так вот, пусть наш сайт принадлежит миграционному агенту, который закончил у нас образование, который учился в нашем учебном заведении, и, соответственно, да будет ему счастье. Сразу скажу, что в отличие от агента образовательного, миграционный агент должен брать с вас деньги. Само обучение стоит денег, времени и ума. Очень сложно, в общем-то, учиться. Это четверть магистратуры, это полгода мастер дегри, то есть постградуэйт сертификат иммиграционного права, мембершип, то есть членство в организации МАРА, и, я не знаю, Мельбурн Институт в Австралии, МИА, тоже, наверное, что-то стоит, но МАРА стоит значительно, вот поэтому будут большие траты. Образовательный агент получает доходы скрытно, потому что это заложено в тех деньгах, которые вы платите. Миграционный агент вынужден брать, он любит это делать, но вынужден брать это с вас, и это очень хорошо видно, сколько и за что он берет. Вот. И, соответственно, я не хочу, чтобы мои люди бедствовали, я не хочу, чтобы миграционный агент, который вырос в наших рядах и помогал десяткам людей бескорыстно и честно и порядочно, не хочу, чтобы он был нищим,
или беднее тех миграционных агентов, которые нас окружают. Вот поэтому, соответственно, этот человек будет хорошо зарабатывать, но это человек, который при любом течении обстоятельств будет иметь мою поддержку и поддержку, надеюсь, всех вас. У нас очень много наработок того, как сделать этот бизнес более прозрачным, более честным, повернутым к людям. Вы будете приятно удивлены той работой, которая будет проделана к концу года. Я думаю, в районе сентября-октября вы увидите уже полностью модифицированный сайт, который, казалось бы, уже умирает, и форум. Вот, все будет как бы хорошо. Но до того момента, когда наш миграционный агент начнет работать, я очень и очень щепетильно отношусь к тому, что мы ставим на видео. Мы не будем делать что-либо, что может быть расценено как дача миграционного совета. Но спасибо все-таки за вопрос, потому что я думаю, что я поговорю с Вадимом Герасимовым, и если он захочет, то мы дадим ему людей, которые много очень могут рассказать. Здорово, наверное, помогут в раскрутке его видеоблога. Я очень хочу, чтобы у Вадима все получалось, потому что на данный момент это один из наиболее нейтральных, естественно, самый популярный блог. Не сочтите это за рекламу. У нас нет никакого с Вадимом бизнеса, никогда мы даже с ним не встречались. Но я думаю, рано или поздно мы с ним встретимся. Так что большое спасибо.